Родители детей-инвалидов в Барнауле вышли на долгосрочный пикет. Сегодня протестную акцию они провели у здания правительства Алтайского края. Уже больше года родители детей-инвалидов требуют от краевых властей выполнить решение суда о предоставлении им положенного по закону бесплатного жилья. Нуждающиеся неоднократно выходили на митинги. В частности, пикетировали у здания краевого заксобрания и регионального жилищного управления. Теперь участники намерены добиваться справедливости у стен краевого правительства. Очередь не движется, все стоит на одном месте. Там тысячу детей, и ничего, стоит все колом-то. Мы как стали 519 на очереди, так и все очередь и стоит. По словам Василия Стойко, на этот раз митингующие вышли на долгосрочный пикет. Они намерены стоять с плакатами у здания правительства, сменяя друг друга, до тех пор, пока власти края не вмешаются в решение проблемы.